Здравствуйте! Зашел я в Play Market. Написал Chicken Gun. Вот Chicken Gun. Ну да, нужна. Это у меня 3.0. Это жесть, 3.0. Я себе быстренько скачаю. Одно место, кстати. Так, ну давай скачивайся. Вот! И сейчас это будет 3.0, да? И что там? Добавь какой-то новый извините. Да, не 3.0. Что в магазине? Это что такое за новое? Какой-то костюм. Хуй выглядит. Солнце самолетов ничего. Это что за яйцо? На ножках. Ладно, я придумаю это яйцо какое-то, я не знаю. Нас забавит что-нибудь из мобов, это у нас какое-то яйцо. Из вот за... Обалдите, так вы и ангела. Давайте их покупим. Какой-то. Из хвостов ничего не добавить. Стоп, можно заправить на Тикина. Чё? Сама нет. Давайте этот купим, а это все бесплатно. Нет хвоста, вы что? Что это подозрительно, из клювов. Чем добави? Из пушек добави, что да? Это что-то обалдеть. Это только за нановление, если можно что добавить. Так, ну пока... Это что за... Обалдеть. Все, сейчас я восстановлю монеты. Играем Chicken Gun. Давай их искать. Все. Идем опять. Деньги возвращайтесь. Все, деньги мне вернулись. И давайте прямо сейчас купим эту машину. Может тут еще какую-то добавить. Давайте внимательно посмотрим. Нет, кроме этого никакую машину не добавили. Ну, она прикольно выглядит. И золотого цвета она. Хоть и сяп у нас что-то добавили. Вот я думаю, что что-то добавили и сяп. Покупаем это все. Нужно за это все купить. И обязательно сегодня в этом будет. Мы должны это все проверить. И обалдеть, ребята. Я не знала, что вы с обновления из глазу добавили. Обалдеть. Это же маска из игры в кай... Не, вы приколисты, я и... И заходим опять в игру. И так, кстати, мы забыли посмотреть, что из новых предметов добавили. Наверное, там что-то добавили из домов и из еды. Так, все деньги у меня возвращаться будут. Так, ну все, вот они, деньги. Сейчас мы купим вот эти вот новости. Я не знаю, где состоится вас, то есть... Это... Обалдеть. Ну, у нас по-любому добави здесь, коти. Я увижу это. Скин зомби. Скин хаги-лаги. Обалдеть. Ребята, я не знала такой обновы. 3.0. Наверное, ребята, если это будет последнее обновление, это будет грустно очень. Кстати, из очков. Вот ведь деньги мои вину, и все платные, да, это бак уже. Вот, давайте я покажу вам. Ну, сейчас купим это все. Хаги-ваги. Обалдеть. Ребят, я сейчас попытаюсь поиграть за хаги-ваги. Чем будем за него играть? У него хвост такой же. Обалдеть, это просто шикарно. Есть зомби. Ну, понятно. Сейчас я прямо сейчас убью вот эту вот фигню, которая на меня висит. Вот так вот. И теперь, ребята, это очень похоже на хаги. А сейчас кому... Что, какие у него там были? По-моему, вот такие, да, у него такие были. Все, ребят, скин хаги-ваги. И, ребята, давайте проверим, как это будет делать и мой друг. Поэтому я создаюсь в сей, он видит эту серию. И мы покажем все ему, что мы титивы. Он, наверное, не узнает, что это мы хотят, нужно еще ник поменять. Давайте его сохраним, чтобы не забыть. Сохранить книгу, засохраняем. И все. А после этого, ребята, короче, пишем название. Ха. Ки. Стой, я не помню, как хаги пишется.
кстати, ребят, вы помните, еще в каком-то обновлении добавили хаги-ваги. И короче, добавили картинку это, походу. Ребят, вот заметьте в одном случае, киси-миси тоже добавили. Я надеюсь, вам здесь побинти хаги. Но мы 2 часа станем хаги, поэтому погнали, ребята. Кстати, сначала мне нужно создать соседку. Давайте посмотрим на... Вот у нас не будет ника, чтобы он... Ну, не знал, что это мой, ну мы все равно сейчас будем заскачивать. Друг! Чё? Обновление? Ты чё? Обновление 3.0? Да. Всё, скачиваю. Мы пока не посмотрим новые карты. Яйна 3. Паубэк 3. Давайте сюда зайдём, поверим, что это за карта. Это за... Нифига, это пуск. Это самое страшное. Стоп, это что такое? Эмоции! Что? Эмоции! Баб, это самое крутое обновление. И что, давайте мы уже проверим эту... Ой, тебя не взорвали. А вон-то у него сколько было, ёлки-палки. Да, машина вроде как неплохая, но это самое страшное гавто на свете. Эта яичка у нас просто бегает. Но мы это все равно спереваться, да, мы же крутые, да. И сейчас он уже скачал на один... Мы не смотрим на... Кого добавили? А спамнить эти мобы? И что там? Это мы их спамнил? Ну сейчас посмотрим. То есть если мы убьем их, какие-то мобы упадают, да? Да, какие-то мобы? Да, упадают мобы! Обалдеть. Друг, ты скачал? Ага. Костя, сейчас мы будем заходить. Смотрите, что нашел. Вот такая вот бутылка томатная. Какой-то вишневый сок. И прикиньте, еще какой-то. А теперь это вкусные япончики. Как если выйти в Алекс? Вот это вот бананы, всякая еда. И, кстати, у нас еще тортик. Да, еще тортик. А из домов добавится? Нет, не добавить. Я-то поверю, что тут есть какие-то предметы. А так мы еще, ребята, с вами сейчас найдем его. Короче, мы встаем сюда, короче. Все, теперь сидим, как они это будут делать. Но я вам сразу подумаю, что это настоящий хаги-ваги. Потом подумаю, что он не двигается и попробует его убить. Все, давайте подзадаем его. Что там стоит? Коти, так, он идет куда-то. Он наверху. Он смотрит на меня, она. Он на меня смотрит. Что-то я и не так знаю, по-моему. Естественно. Давайте мы попытаемся спамить это яйцо. Что оно хочет сделать со мной? О боже, он хочет меня убить.